Зима – это что? Это не только прекрасный снежок и замечательные снежные ангелы на том самом снежке. Иногда это и некоторые травмы. Где-то поскользнулся, где-то стукнулся, или какое-то, не знаю, дерево упавшее, может быть, ваше имущество повредило. Такое тоже случается. Давайте с Романом Казаковым. Сейчас разберемся, как привлечь к ответственности управляющую компанию, а главное, в каких ситуациях это вообще можно сделать. Доброе утро, Роман. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Несет ли вообще управляющая компания какую-то ответственность за здоровье или сохранность имущества такого, как машина? За все, что происходит на придомовой территории, отвечает управляющая компания. Если что-то на придомовой территории случится по причине действия либо бездействия управляющей компании, это зона ответственности управляющей компании. Управляющая компания должна возместить понесенный гражданином ущерб. Безусловно, в идеальной ситуации ничего происходить не должно. То есть управляющая компания в случае наличия обледенений должна с ним бороться, как минимум подсыпая песочно-солевой смесью. Мы об этом в прошлый раз рассказывали. А если помимо обледенения, то есть вдруг возникли сосульки, у нас это будет чуть позже, да, начнет это подтаивать, но тем не менее на скатных крышах они будут возникать. Либо они счищают снег с крыши. То есть эти все обстоятельства могут привести к тому, что по неосторожности может что-то пострадать. И по этой причине, то есть управляющая компания, конечно, отвечает и за случаи порчи имущества, и за случаи вреда здоровью. То есть управляет сама управляющая компания, как юридическое лицо, отвечает, не конкретный человек, который чистил крышу. А именно, они будут разбираться между собой, но мы, как пострадавшее лицо, не дай бог, но тем не менее рассматриваем такой случай. А в любом случае, свои претензии будем направлять в адрес управляющей компании. Ну вот как претензию эту установить? Первое, что необходимо сделать, необходимо зафиксировать факт происшествия. Допустим, сосулька, либо при очистке снега наш автомобиль пострадал. Вот, да. Нам необходимо зафиксировать факт происшествия. Всего того, что автомобиль у нас стоял на месте и не двигался, это не вопрос ГИБДД. Это вопрос именно обращения в полицию, то есть, ну, грубо говоря, к участковому. Мы понимаем, что подходим к своему автомобилю, а он вот с погнутой крышей, с разбитым стеклом, с кучей снега, либо с сосульками стоит. Мы обращаемся в полицию, обозначаем, что произошло происшествие, произошла порча имущества. А представители полиции должны приехать по нашему вызову. Пока мы ждем приезда представителей полиции, мы смотрим по сторонам, были ли у нас очевидцы вот этого произошедшего, чтобы их, возможно, привлечь в качестве соседей. Камеры, может быть? Да, смотрим, опять же, по сторонам, есть ли где-то камеры. Может быть, ну, многие дворы сейчас оборудованы камерами наблюдения, да, поэтому это тоже возможно. Возможность получить видеозаписи для того, чтобы подтвердить, что действительно это происшествие произошло здесь. А третье, пока опять же ждем, мы проводим фото-видеофиксацию для того, чтобы отобразить и зафиксировать вот это происшествие, относительно которого мы будем вести претензионную работу с управляющей компанией. А мы делаем снимки, мы делаем видеозаписи, стараемся эти снимки и видеозапись перевязать каким-то образом к месту. То есть, если есть возможность снять адресную табличку, идеально. Если есть возможность снять табличку над подъездом, тоже хорошо. Но так или иначе, мы должны подтвердить, что ответчик, то есть управляющая компания, будет надлежащим, что это произошло действительно на той территории того многоквартирного дома, за который отвечает данная управляющая компания. Мы, ну и безусловно, до момента приезда представителей правоохранительных органов нет, то есть нельзя очищать снег и нельзя убирать сосульки. Вот как лежит, так и лежит. Ты вообще не трогать. Да. После того, как мы дождались представителей полиции, они зафиксировали факт происшествия. Безусловно, в момент, когда это все происходит, акт никто не отдаст. Его придется забирать попозже, скорее всего, через неделю. Но, тем не менее, документ мы от полиции получим. После этого мы обращаемся, естественно, к оценщику. Ну, это мы рассматриваем случай, если у нас КАСКО нет. То есть мы имеем только гражданскую страховку, то есть гражданской ответственности. И после этого мы приглашаем оценщика. Оценщик оценивает понесенный ущерб, готовим претензию в адрес управляющей компании и предлагаем в досудебном порядке урегулировать имеющий место спор. То есть компенсируйте нам все произошедшее до суда. Если управляющая компания отказывается, либо игнорирует нашу претензию, в этом случае обращаемся в суд и в судебном порядке взыскиваем понесенный ущерб. При этом важно помнить, что мы и услуги оценщика, и услуги юриста, если мы его будем привлекать для защиты наших интересов, мы их тоже выставим в качестве... Ну, тех понесенных издержек, которые мы вот в процессе имеем. Если, допустим, происшествие связано с автотранспортом, который используется для ведения, ну,
скажем так, предпринимательской деятельности, то теоретически мы вполне можем еще и упущенный доход предъявить, да, потому что автомобиль был недееспособен, а мы на нем должны были работать какое-то количество времени. Вот так выглядит общая процедура с автомобилем. А если, допустим, здоровый, просто поскользнулся, упал, да, как сфотографировать себя на фоне подъезда? Ну, вопрос как бы в случае с вредом здоровью, вопрос травмы. Травмпункт понятно, но первый случай нам необходимо зафиксировать, где что произошло. Если, не дай бог, случился в перелом, мы можем в скорую помощь обратиться, потому что со сломанной ногой сильно не погуляешь, или там с рукой. Естественно, если скорая помощь приедет и будет оказывать помощь, они зафиксируют факт вызова, где это было, где это произошло, да, где это находилось, первое. Второе, безусловно, опять же, вокруг были свидетели, ну, наверняка, то есть люди, которые шли. Схема та же самая. Были видеокамеры наблюдения во дворе, которые тоже могут подтвердить то или иное происшествие. После этого мы, конечно, обращаемся в травмпункт для того, чтобы нам оказали помощь вот в случае получения травмы. И дальше весь процесс лечения и восстановления, он тоже у нас весь документально фиксируется. То есть мы какие-то лекарства, может быть, покупали, мы, может, покупали какие-то там восстанавливающие там корсеты либо что-то еще. Ну, в общем, какие-то составляющие, которые мы понесли траты. Безусловно, и моральный ущерб может быть предъявлен управляющей компанией, в результате которой мы вот получили эту самую травму. Помимо морального, мы еще не могли работать. Безусловно, упущенный доход, который мы в течение какого-то периода недополучили, мы тоже имеем право выставить, это все компенсируется. И дальше мы все вот документы, которые у нас есть, вот полный перечень. Обращение к врачу, может быть, там приобретение лекарств, соответственно, приобретение каких-то сопутствующих материалов, упущенный доход, моральный ущерб, услуги юриста. Мы все это включаем в претензию и направляем в управляющую компанию. Ну, услуги юриста включаем в том случае, если они откажутся добровольно компенсировать, да, и мы обратимся в суд. Вот так у нас формируется та претензия, которая направляется в управляющую компанию и дальше компенсируется. Единственный нюанс, что, конечно, в отличие от голливудских фильмов, в России нет многомиллионных сумм морального ущерба, а суды всегда исходят из позиции разумности, ну, их оценки разумности и целесообразности. Тем не менее, очень морально ущерб в десятки тысяч рублей, иногда в сотни, такие дела тоже были, он присуждается, да, и действительно у граждан получается это все взыскать. Поэтому здесь не стоит махать рукой, если действительно ущерб здоровью был серьезный, и так или иначе добиваться правоты, отстаивать свои права. Ну и лучше это все, конечно, предотвращать. Поэтому если вы видите, что у вас во дворе что-то скользко, управляющая компания не подсыпает двор, либо вы видите, что у вас на крыше огромное количество снега, и он, не дай бог, упадет кого-нибудь зашибет, или сосульки вот-вот начнут отваливаться. Лучше обратиться сначала в управляющую компанию, а при бездействии в надзорные органы, для того, чтобы их все-таки понудили это нарушение устранить, чтобы ни имущество не пострадало, и граждане остались здоровы. В таком случае в управляющую компанию мы пишем бумагу, или можно просто позвонить и сказать: ребят, у нас тут вот свисают? Можно позвонить, можно написать. Можно сделать это следующим образом. То есть понятно, что любая переписка, она более юридически значимая, да, безусловно. Да, да. Но вести обращение на бумаге в управляющую компанию, не у всех есть возможность и желание. Это время, и мы не всегда располагаем. Имейл нет, а вот система ГИС ЖКХ, да. Мы можем зайти на сайт dom.gosuslugi.ru, авторизироваться там и через госуслуги направить обращение как в управляющую компанию, так и в надзорные органы. Таким образом, мы не особо тратим время, потому что на это уйдет максимум 5 минут вместе с авторизацией, написанием текста и отправкой. Получаем фактически и юридически официальную переписку. То есть это те обращения, которые, будучи направленными и в управляющую компанию, и в надзорные органы, они точно не будут утеряны, и по ним точно проведут работу. Когда мы пытаемся добиться досудебного решения, если есть ущерб имуществу или здоровью, тоже через ГИС ЖКХ? Нет, здесь необходимо, когда мы направляем претензию в адрес управляющей компании, мы направляем претензию исключительно почтовым отправлением с уведомлением о вручении, потому что если нам в судебном процессе необходимо будет подтвердить, что мы такое обращение направляли, раз, мы предъявляем корешок так называемый почтового управления, где будет указана дата отправки, и что у нас разумный срок в течение 30 дней, он прошел
прошел, управляющая компания, например, никак не отреагировала. Этого будет достаточно для того, чтобы у нас рассмотрение началось, потому что, естественно, досудебный порядок урегулирования между управляющей компанией и собственниками, он должен быть выдержан и соблюден. Мне кажется, вопросов не должно остаться. Однако, если они остались, то вы всегда можете в бесплатную юридическую помощь по вопросам ЖКХ обратиться. Напомним, это на улице Горького, дом 10. И тогда уже все оставшиеся вопросы точно будут решены. Мы еще раз благодарим Романа Казакова, председателя Координационного совета «Народный контроль ЖКХ».